Типа пойти покушать где-то в заведении. Ну, вообще, в целом, я не жалею деньги на какие-то вот развлечения. И там на какие-то, там, не знаю, рестораны, на какие-то. Ну, типа, блин, жизнь я одна. Почему я должна ужиматься? Сколько сейчас там платится в квартиру? Ой, дорого, дорого. Я боюсь даже такие цены называть в ТикТоке. Меня сейчас тут забьют камнями, если я скажу, сколько я за квартиру плачу. Да, ребята. Я ж зарабатываю себе на то, чтобы тратить на себя, правильно? Говори. Что ты кричишь на меня? На своего нищенка. Сколько стоит хата? 25 тысяч. Стоит хата. Unknown Vlad. Я вижу, что ты мне лайкнул в Инстаграме. Или же это просто совпадение, и у вас одинаковые ники. Спасибо за подписку. Ой, я случайно отправила приглашение. Я случайно. Я хотела нажать на ник, посмотреть. Не принимай. Блядь. А! Что это такое? Ты еще перебор сюда не знала. Я, наверное, поеду сейчас и правда какой-то покушаю. Вот, покушаю, поеду, посижу. Кем ты работаешь? У меня свой бизнес. Вот, потом... Не знаю, что я сегодня буду делать. Ой. О, сплю. Надо срочно пить чаечек. Меня вообще рубит. Какая сфера бизнеса? Украшения. Фух. Не-не-не, скорее всего, не. Я не знаю. Я еще не знаю, если честно. Буду я в эфире сегодня или нет. Хочу с кем-то встретиться. Поехать покушать. Чуть расслабиться. Украшения. Вот, как у меня. Это мои украшения на мне. Мой бизнес, мой бренд. Мое детище, моя любовь. Понял, хорошо тебя делать. Я тоже. Я не знаю, короче. Если я буду, то я тебе могу написать в инсте. Кинуть клич. Have a good day, my bro. Have a good day, bro. I'll call you later. Write you. Catch me. Tomorrow, maybe. Or today. Чтобы открыть свой бизнес, не надо что-то оканчивать. Александр, ты только будешь писать мне в комментариях, или ты реально едешь со мной кушать? Потому что я уже устала сидеть. Я без образования зарабатываю больше, чем ты, брат, 10. Пиздец, зеваю. Сейчас тут усну, если не поеду никуда. Уже плачу, видите, даже до чего вы доводите человека. Все эти примерочки есть классные. Сюда. Шназис.
что почем, с кем работают, так, там-сям, туда-сюда, вверх-вниз. Кручусь-вручусь, то с теми, то с другими. Ну, такого, сейчас на сапарчик поеду немножко худого и буду с чаечком на своей бэхе. Такое. Там-сям прокатимся, порешаем делишки, вопросики. Кальянчик покурим. Вот так я себя чувствую, когда одеваю эти очки примерно. Где зарплата, ты же работаешь сам на себя. А когда ты сам на себя работаешь, как это называется? Получка? Я говорю, получка. Даешь всем, ты попросишь, ты покормишь, да. 100%. Блядь, не завидуй, зайка. Ты сидишь, блядь, зарабатываешь 10 тысяч гривен, завидуешь мне, что я в 22 года уже такая пиздатая, блядь. Я знаю, я пиздатая, я охуенная. В этих очках еще круче. В этих очках вообще, блядь, не доебется до меня никто. Да, ребяточки, скучно с вами. Никто не хочет гулять идти. Ой, срочно мне надо человека, который тоже у него свой бизнес. И реально выходить с этим человеком куда-то гулять на завтрак, потому что это пиздец. Ну, прикиньте, тупо у вас целый день друзья заняты. До 6 до 7 вечера. Ну, то есть целый день заняты все. До 6 до 7. И ты типа такой сидишь целый день, просто не знаешь, чем все заняты. Вы тем не вообще. Александр, ты собираешься или ты сидишь только в чате? Напиши мне прямо. Я не понимаю. Я, во-первых, ты на меня подписана в Инстаграме, по-моему. Я тебя помню. Ну, я тебя точно знаю. Не хочу с тобой никуда ехать, потому что ты такой пиздишь. Не едешь никуда. Столько зарабатываешь. Может, зарабатываю, может, нет. Все в обороте. Не знаю. Не считаю. Смотри, ты еще что у меня есть прикольное. Пальчики. Из гипса. Киньте. Это не мои пальцы. Но это мы пробовали, короче. Знаете, такая тема, когда ты заливаешь гипс, и туда как бы вот так вот руки, это для парочек, типа. Делаешь так руки, оно застывает, и потом получается такая скульптура.